Институт развития образования Кировской области во взаимодействии с Вятской митрополией с 12 по 18 июля проводит экскурсионно-образовательную поездку «Святыни родной земли». Там русский дух, там Русью пахнет. Вот основополагающая идея маршрута. Вниманию участников группы предлагается знакомство с историческими местами и православными святынями. В программе поездки Углич, Рыбинск, Мышкин, Тутаев, Кострома, а также знаменитый Толкский монастырь. Дополнительную информацию о поездке можно получить в Центре повышения квалификации Кировской области у Надежды Викторовны Барабановой по телефонам 8 83 334 77 2 55 или 8 922 662 86 39.